Ку-ку. Привет, ребятки. Гену я на проводе. 2 часа уже с Мишкой тут крутимся. Сырые. Уже и на кухню пора. А мы все никак с бриошиками не разделаемся. Оп. Погнали на нашу работу. И вот так всегда, ребята. То марокканцы есть, то их нет. Сегодня они есть. Не успела даже переодеться. Сейчас быстренько переоденусь. И заводим нашу кухоньку. Вы становитесь на свое место, на рабочее. У нас у каждого свое рабочее место. Щелк. Вы на месте. Я тоже. Переодеваюсь. Хотела показать вам сегодня еще один рецепт синеньких. Я в субботу их сделала в духовке. Короче, нарезка идет 3 миллиметра. Можно чуть-чуть ей покрупнее. Потом я беру противень. Ну, короче, я их не жарю на огне. Они у меня не загорают. Они получаются беленькие, но поверьте, что очень вкусные. Беру вот такой противень, я его чуток смазываю растительным маслом, или можно положить бумагу для выпечки или даже фольгу. Но я предпочитаю смазать, потому что синенькие они потом все равно будут смазываться растительным маслом, потому что пробовала на сухом противне, первые приклеились. Сейчас главное их нарезать, потому что у Мишки там народ. Пойду нарезать, она меня... И опять марокканцам делать. Все дело. Все это самое обслуживает. Короче. Ну, сейчас попытаемся, конечно, нарезать. Я вам покажу, как это делается. Во что это превращается? Смотри, мы на мигах объясняемся, с вами еще надо разговаривать. Веру Эриксон. Чи капьямо сенса парола? Чарто, да. Нормай, чо. Чи капьямо. Место в духовке. У quel forno c'era la modalità grigliare. Lo so, ma bianchi erano bellissimi e buonissimi. No, ma ti dico, ora così per... 80 градусов 10 минут, считаем. Чалитик. Угу, си-си. 10. Мылый ручек. О, вот. Солька. Немножко сухого чеснока. Петрушечка. Петрушечка, как игрушечка. О, меня корго, а се камбилетто. Эрика все понимает, все понимает. Ничего не говорит, но все понимает, вам не видно. Петрушечка. А, горячая петрушечка. Que bonta! Все, брызгиваем. Оливковое маслице. Non ci metto l'aglio che non piace alla sonnella. А nei broccoletti? Metti. No. No. Poverina, già la ti fai pagare il riso come se fosse oro.
все накапали и переложили в салатницу. Или оно так тебе дойдет. Пока вы, ребята, занимаетесь другими делами, смотрите, как все удобно снимается. Раз. И вся такая волнушка. Получается. Вот такое блюдо мы его потом приукрасим. Вот так вот смотрятся наши синенькие. Некоторые чуть-чуть призагорели, некоторые не призагорели. Но это очень вкусно. Очень. Наши синенькие постояли, напитались маслицем, чесночком. И получилась вкуснятина. Так, наш обед в ускоренном виде. Родственнику, барбарик. Ага. Цукини наполнили. Свининка такая, сливочка. Пастальфорно. Хап! Кусочек мяса. Вашего. Чем полна? Все, улево. Майкарди. Смотрите, у нас какое ризотто сегодня с кальмаром и зукини. Минестроны, пячка. Рис, томат, песто. И Эриксон. Где? Андрюха, ты первый. Вы асаджары. С утра я, в 6 утра видела этого марокканского товарища. Идем посмотрим вместе. Жив он, не жив. О боже. Спать. Дышит. Не будем будить. Как всегда, сегодня отработали на славу. Все, что осталось. Все остальное пустое, два соуса, помидорный и песто. Все. Витрина со сладостями тоже пустая. Лимончик порезан. Так что идем мыть кухню и до дому, до хаты. Молодежь, как дела? Tutto bene? Все хорошо. Il video che aggiungerai stasera in coda ai tuoi. Grazie. A lei basta che gli fai un video di 20 minuti. Tu non dici grazie. Grazie che mi metti su YouTube. Вы меня, конечно, ребятки, простите. Лилёк же ж. Свинота необразованная. Вчера. 3 штуки съела. 2 сразу и 1 вечером. Думаю, ладно, последний пудинг я вам сегодня покажу. Покажу его структуру, видите? Пудинговую. На вкус можете даже не сомневаться. Во-первых, подходит и горький шоколад. И молочный шоколад. И белый, конечно. Какой у вас есть? Хоть фиолетовый. У меня опять проблемы с Водафон. Сейчас я позвонила, так сказать, своему наставнику от Водафона. Говорю, Андрюха, спасай. Опять пришел отказ. Непонятно, по каким-то техническим причинам мне не могут провести вот эту нашу фибру Водафон. Но он сказал, ты теперь отказывайся от фибры, и мы тебе поставим, ну я не знаю, как это по-русски называется, по-итальянски называется, ADSL со скоростью 20 мега. У меня тут, наверное, скорость 7 мега была. Так что если мы ее утроим, то, может быть, видео будут все-таки качаться быстрее. И так я должна была платить 25 евро в месяц, а буду платить всего 20, потому как по их вине сорвалась наша сделка.
Завтра я еду получать вот этот вот, вы поняли, коробочку, ящичек, коробочку, модем. А пока. А, устроим себе сладкую жизнь после работы. Вкусняшка, ребята. Готовьте на здоровье. А, синенькие. Ребята, синие у нас вообще улетают. Так что даже не сомневайтесь в рецепте. Они хоть и не прижаренные, они хоть нас на вид светленькие. Но они так пропитались чесночком и маслицем. А еще петрушечный вот этот вкус такой. Они тоненькие. А она тоненькая вообще пропитывается отлично. Заразила? Так что, народ, не заморачивайтесь. У вас, наверное, заморочка будет нарезать их. Но будут чуть потолще, ничего страшного. Как вы можете ножичка их меленько начекать, так и режьте. Также мы готовим и перцы, и синенькие. Так что дерзайте, ребятки. Все, а с вами прощаюсь до завтра. Нос никакой. Он у меня еще на нюх не слышит. Вот уже где-то там вкус пищи слышу, где-то там вдалеке, а нюхом еще нет. Ну и бог с ним. Главное, ничего не воняет. Это тоже уже хорошо. Все, пока, ребята. До завтра. Нам сюда народ бежит, долетает дружно, потому что здесь лежит все, что людям нужно. Овощи, фрукты, прочие продукты, тыква и брюква, импортная клюква. Дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав-дав, па-да-да-дав, па-да-да-дав-дав, 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 да-дам-дам. В этом ящике у меня что-то коричневое. Ага, это картошка. А вот здесь что-то красное. Это помидоры. Да, нет, или свекла. Нет, помидоры. Никогда я не грублю и дружусь в охоту, потому что я люблю честную работу. Овощи, фрукты, прочие продукты, тыква и брюква, импортная клюква. Дам-дам, па-да-да-дам-дам, па-да-да-дам-дам, па-да-да-дам. А в этом ящике апельсины. В этом тоже. Здесь тоже. А это кто? Зверек.